Всем большой привет! Недавно с Озона мне пришла вот такая посылка. Это подставка для книг и учебников. Она мне пригодится для учебы. Цвет я выбрала белый, на сайте также была черная и розовая. Купила я ее в районе 500 рублей. Смотрите, какая она красивая. У нее регулируется угол наклона. Также она регулируется под высоту книги и ширину, что очень удобно. Эту подставку я хочу вам продемонстрировать на примере своего планера. Посмотрите, как красиво и стильно смотрится. А вот так выглядит с обратной стороны. Хочу показать еще один пример, а именно с вот таким форматом книги. В моем случае это раскраска антистресс. Вот так выглядит с этой стороны и с другой. До этой белой подставки у меня была вот такая самая обычная. И ей было не всегда удобно пользоваться. Многие учебники у меня были формата А4, как эта раскраска. И они у меня очень часто вот так падали. Это было максимально неудобно и порой даже раздражало. Но теперь у меня новая подставка, с которой не будет никаких проблем. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте ставить лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Всем пока!